Дорогие друзья, сегодня официальный день публикации моей новой книги. Написала Бекки Дэвис, проиллюстрировала я. Хочу вам очень быстренько показать картинки. Твердый переплет, шикарное качество с вырезками. Поехали. Книжка про то, как великан ел все подряд, и это потом у него все в животике оседало. Съел часы. Съел пряжу, чтобы не так слышно было часы. Съел моль, чтобы она съела пряжу. Съел мед, чтобы в ней утонула моль. Съел медведя, чтобы он съел мед. Съел сети, чтобы поймать медведя. Съел лодку, чтобы поймать сети. Выпил море, чтобы поймать лодку. И съел луну, не помню зачем. А потом улетел в космос, потому что съел слишком много лунного камня. Книжка очень смешная.